Die freie Stadt Steinhelm, Treffpunkt von Geld und Magie. Liefert den Kristall bei Minilac ab, dann können wir uns auf den Weg machen. Скорей бы, пока мне откровенно скучно. Надо вернуться в город, там безопаснее. Чем дальше мы отъедем, тем лучше. Но там наш дом. И если мы не поторопимся, он станет нашей могилой. Армия некромантов, приближается. Фенрик ничего не говорил о некромантах. Майстер Фенрик verrät selten alles, was er weiß, weiß, weiß. Beeil dich, drin sind wir sicherer. Чтобы сидеть с моей бабушки достался каким-то там мертвецом? Ну уж нет! Жду еще 5 минут и все! Без паники! Куда ты так торопишься? Еще сюда не добрались! Никому не ведомо, где сейчас эти твои ворота! Передайте лорду Минилагу и совету, что город закрыт! Эй, ты! Зачем ты сюда явился? Я посланник учителя Фенрига. У меня сообщение для колдуна Минилага. Лорда Минилага. Чем докажешь? Скорее внутрь. Мы не очень-то доверяем чужакам. У меня есть рекомендательное письмо. Ну-ка, покажи. По особому приглашению лорда Минилага. И печать. Добро пожаловать в Стоунхелл. Если вам угодно, можете оставить свою лошадь здесь, сэр. Конечно. Не подскажете, как мне найти Минилага? Конечно, сэр. Вверх по холму, мимо золотой... Клянусь кровью дракона. Что это? Эй, парень! Сюда! Быстрее! Внутрь, скорее! Они здесь! Они вправду здесь! Нет! Что нам делать? Бежать! Они здесь! Щекер из дракона лучше спрятаться! Прячьтесь, кто может! Помогите! Баллисту!
Ted, schieß weiter! Jetzt oder nie, Sarit. Du musst ihn töten! Geschafft! Все стихло. На время. Плохо держался в бою. Не хочешь присоединиться к нам за кружкой пива в золотой заклепке? Если им это удастся, мы в ловушке. Сомневаюсь. Упыри плавать не умеют. Что нам делать с телами? Если за них доберутся некроманты... Было бы неплохо. Возможно, придется открыть некрополь. Последний раз повторяю. Здесь смотри под ноги. Они пытались перебросить скрыть отсюда. Нечего тебе здесь делать. Большей частью... У меня кончается терпение. Убирайся вон! С ними был этот мерзавец Арантир. Ты его видела? Одну минуту, я сейчас подойду.
Sie verkaufen hier offenbar nicht nur Bier. Рассказывай! Ты же сам видел. Weißt du, was man über die Größe des Eingangstores eines Mannes sagt? Das große hier muss Minilag gehören. Простите. А, должно быть, вы и есть посланник. Вот и наш гость. Прощайте, Гарт. Ладно. Я прибыл к лорду Минилагу по поручению учителя Фенрига. Вы, должно быть, Сарев? Я очень волновалась за вас. Возможно, напрасно. Дядя сказал, вы помогли убить циклопа. А, простите, я Линна, ученица и племянница Минилага. Нихте, Шюлерин. Дядя будет вам очень рад. Не хотите привести себя в порядок перед обедом? Ступайте за мной. С удовольствием. В смысле, конечно. Стража! Откройте ворота! Слушаюсь, миледи. Знаете, мы в вашу честь приготовили пир. Идемте. Я хочу успеть закрыть ворота, пока не вернулся Гарт. Пожаловать в дом Минилага. Так значит, ты Сарев. Рад встрече, юноша. Город осадили некроманты. Эй, осторожнее. Я уже начал за тебя волноваться. Полагаю, ты принес кристалл Шантири? Ну, конечно. Хорошо. У меня он будет в сохранности. Завтра мы отправимся, аккуратней с этим супом, к острову храма, месту, где покоится череп теней. Пусть себе Арантир штурмует наши стены. Скоро мы покончим с ним. Арантир не так уж прост. Ходят слухи, что он и есть темный мессия. Чушь и бред, девочка моя. Всем нам известно, что это не так. Но время, указанное в пророчестве... Оставь заботу о ветхих пророчествах мне. Ты же займись экспедицией. Ты за нее отвечаешь. Конечно, дядя. Спокойной ночи. И вам тоже, Сарев. Клянусь вратами Шеога. Как это мило и трогательно. Мальчик мой, я знаю, зачем ты здесь на самом деле. Но Линни это неведомо. Дела Фенрига ее не касаются. Договорились? О чем это вы? Возможно, и ты об этом не знаешь. Но так даже к лучшему. Слуги проведут тебя в дом для гостей. Выспись хорошенько. Мы отплываем с утренним приливом.